Открытый фотоконкурс «Семейное чтение», который проводится на информационном портале города Рассказово Центром поддержки материнства и детства «Планета Семья», приглашает к участию всех любителей книг. В ходе фотоконкурса будет разыграно 3 денежных сертификата. Соответственно, и победитель будет не один. Первый претендент на один из призов уже появился на странице конкурса. Митя Худяков – любитель поучительных и сказочных историй. Показал в фотографиях, что книжки нужно читать как для себя, так и приучать других к познавательным рассказам. Своим игрушечным детям Митя читает большую книгу «Умного малыша», чтобы его большая семья стала послушной и умной. Митя детям – именно так называется первая фоторабота конкурса. Чтобы принять участие в семейном чтении, необходимо загрузить на конкурсную страничку информационного портала семейную фотографию, на которой будет виден и читатель, и книга. Фоторабота должна иметь название, а по желанию автора еще и описание, где и когда сделан снимок, и какой смысл автор вкладывает в понятие семейное чтение. Творческий подход к воплощению идеи и написанию истории приветствуется. Конкурс уже открыт, свои работы можно присылать до 14 марта. Имя победителей станет известно после голосования 21 марта. Конкурсная комиссия выберет 3 победителей. Они получат сертификаты на сумму 500, 1000 и 1500 рублей.